Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященному виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана. Вместе с мужем мы выращиваем виноград более 10 лет. Наша коллекция составляет более 250 сортов и гибридных форм. И нам есть чем с вами поделиться. Сегодня мы с вами разговариваем о вымочке черенков винограда. Есть различные мнения, что надо вымачивать долго, либо надо вымачивать недолго, либо можно вообще не вымачивать. И вот я решила провести небольшой эксперимент и посмотреть, как сроки вымочки черенков будут влиять на их укоренение. Пару слов перед тем, как мы начнем уже смотреть, как я все это делала. Все черенки одного сорта, это зилга, но черенки были специально взяты, скажем так, не самые лучшие, а скорее наоборот. Потому что как бы на хороших черенках, отобранных, идеально хранившихся, ну, результаты могут быть одни, а было интересно именно посмотреть вот на случайной, скажем так, выборке, что у нас получилось. Нарезаем черенки. И важно, смотрите, я сейчас сделаю свежий срез. Вот, смотрим, значит, наш череночек зелененький. Так, вот. Ну, если присмотреться, срез такой вроде как суховатый. Да, вот такие черенки, они у нас все одинаково хранились. И вот мы посмотрим, будем вымачивать их разное количество дней и посмотрим, что из этого всего получится. При этом добавлю, что черенки эти хранились просто в сарае. И вот еще для сравнения сделаем срез черенка, который уже начал прорастать. Смотрите, да, сразу пошла влага. Вот разница, да, чтобы вы понимали, как это выглядит. И показала вам срез нижней части, да, сейчас вот черенок, верхняя его часть, ну, понятно, что здесь он подсохший, да, берем над следующей почкой, можно вот так надрезаем, вот, вот такой вот у нас череночек, то есть он зелененький, он живой. Ну, срез такой не очень мокрый, просто для сравнения, чтобы видели, что в верхах, что в низах. И да, как я уже сказала, черенки наши хранились просто в сарае, соответственно, там было и промерзание. И смотрим, то есть стволики живые, но смотрим почки. Вот почка, естественно, она маленькая, но видно, что она зеленая, она жива. Несмотря на то, что да, там не было и минус 10, и минус 15, тоже было. Сегодня у нас 23 февраля. То есть до этого времени с осени все это стояло просто в сарае. Начинаем наш эксперимент и ставим черенки на вымочку. Воду я использую обычную водопроводную. Последний мой эксперимент показал, что в принципе, ну, разница, конечно, немножко есть между водой талой и водой водопроводной, но она очень незначительна, ввиду того, что снега сейчас уже нету. Мы используем обычную водопроводную воду с хлорочкой, все как положено. И через определенные промежутки времени я буду отсюда забирать часть черенков и ставить на проращивание. Для проращивания тоже буду использовать, хоть и мой самый нелюбимый способ, я всегда это повторяю, но самое распространенное проращивание на воде, в принципе, нам надо просто одинаковые условия для проращивания всей этой группы черенков. Первое время это будет 6 часов, ну а дальше я вам просто выложу списочек. Вот прошло 6 часов. Первую партию мы уже ставим, ну вот свежий срез. То есть видно, что да, черенок увлажнился, но не так сильно, как вот я показывала на растущих черенках. Прошло 2 суток, мы ставим очередную партию. Вот попробуем здесь сделать срез и посмотреть, как черенки набрали воду. Вот, конечно, видно, да, можно ничего не сжимать, что вот этот зеленый цвет, который я показывала изначально, он стал гораздо более ярким. И видно, что ну, в водичке там вполне неплохо черенки набрали. Прошло 5 суток,
И, наконец, мы ставим на укоренение последнюю партию черенков. И первые предварительные результаты. Значит, у нас прошло 9 дней с момента, как мы череночки нарезали. И первые результаты мы видим в баночке, где вымочка была 6 часов. Вот уже активно набухли почки. Там, где у нас вымочка была двое суток, ну вот еще вчера вообще ничего не было видно. Сегодня вот буквально на глазах начинают раскрываться почки. Хотя разница, конечно, вот между вымочкой в 6 часов и двое суток, да, она видна. И последняя у нас баночка, где мы предварительно 5 суток вымачивали. Пока ничего, пока все спит. Но будем смотреть. Результаты такие предварительные. Есть у меня предположение, почему так происходит. Ну, посмотрим, оправдается ли это предположение. И помним, что наша задача – это не показать, что почки пошли, а добиться, чтобы эти черенки укоренились. Прошло еще 2 дня, и вот эта банка, где черенки вымачивались 2 суток, на них стали пробуждаться почки. Они сейчас в таком состоянии, в каком были череночки, которые вымачивали 6 часов 2 дня назад. То есть у меня есть предположение, что вот это все пробуждение берет свое начало от того момента, когда мы черенки поставили горизонтально в баночке. Соответственно, эти мы поставили на 2 дня раньше, и вот они примерно на 2 дня опережают следующие. Ну, посмотрим еще, как будет картина развиваться на тех, которые вымачивались 5 суток. Пока что здесь тишина. Итак, 27 день с того момента, как мы черенки замочили. Смотрите визуально, если ну, вот так вот посмотреть, то во всех банках все одинаковое. Хотя я вам показывала, что было отставание в пробуждении почек. И если разница между теми, кто был замочен 6 часов и двое суток, как раз таки была в двое суток, то вот эта банка у нас замачивались здесь черенки 5 суток. Так вот, они отставали больше, чем на 5 дней. Наверное, не 7 или 10. Вот почки стояли на месте и только потом стали распускаться. Но смотрите, теперь они догнали. Итак, 27 день, что мы имеем в баночках? Вот это у нас баночки, где 6 часов вымачивались черенки и пошли первые корешки на 2 черенках. А вот эта баночка, где была вымочка 2 суток, вот один черенок. И неудобно сейчас баночку повернуть, еще один есть с корешками. То есть результат абсолютно одинаковый. Вот они две. Хотя, по правде говоря, вот это, где 6 часов только вымачивалось, чуть-чуть раньше появился первый корешок. И в баночке, в которой черенки стоят, которые мы 5 суток вымачивали, пока корней нет. С того момента, как мы, скажем так, положили черенки в воду, ну и дальше уже ставили в баночки, прошло 35 дней. Обращаю еще раз внимание молодых виноградарей, начинающих виноградарей, что сроки укоренения могут очень сильно варьировать. И 30 и чуть с хвостиком дней – это абсолютно нормально. Когда вам кто-то обещает 2 недели, ну, это может быть в идеальных условиях, и то не для всех сортов. Даже в кельчеваторах, даже при создании таких очень хороших, правильных условий, черенки могут укореняться и 20, и 30 дней. Пожалуйста, имейте это в виду. Итак, смотрим, что в наших баночках. Пока что вот... вот так, ну, промежуточные результаты тоже вы видели. Если мы будем ориентироваться на верхние части, да, на зеленые побеги, то у нас везде, ну,
все плюс-минус одинаково, да? Догнали, скажем так, вот я показывала, что черенки, которые 5 суток вымачивались, они очень сильно отставали, но в итоге почки распустили, и, в общем-то, вот разница между 6 часами, ну, может быть, немножко в размере листиков, но, в общем-то, не такая уж она и сильная. Ну, а теперь будем смотреть, где у нас есть корешки и какой процент укоренения в каждой баночке. Примерно тут, по-моему, по 15 или по 16 черенков. Везде стоит, может попадется на камеру там, где побеги засохли. Но это, скажем так, моя вина, потому что черенков в баночке много, и они стояли там, где были шторы. Где-то я зацепила черенок, подвис в воздухе. Ну, так получилось, да, что оказался без воды, в итоге засох. Итак, первая баночка с 6 часами. Достаем, считаем, сколько черенков у нас здесь укоренилось. Я буду ставить в отдельную баночку, ну, так будет проще. Вот этот как раз у нас получается подвис и высох. Отложим его отдельно. Итого у нас получилось 6 черенков с корнями. Ну и в принципе тут вот кое-что подсохло. Один еще есть с почечкой. И скорее всего, что здесь корешки появятся. Но остальные, наверное, в утиль. Ну, повторю, что даже специально я вот такие вот тоненькие закладывала, чтобы посмотреть, как они себя ведут. Итак, смотрим вторую баночку. Мы получаем ту же цифру 6. Единственное, что, смотрите, живых, скажем так, черенков, да, у нас больше. Вот этот вот он не засохший, видите, он только сейчас начал пробуждать почечки. Опять же, вот так бывает. Притом, обратите внимание, толщина черенка довольно неплохая, но вот так бывает. И у нас остается как бы еще 4 100% живых черенка пока что без корней, что гораздо лучше, чем в баночке, в которой у нас все стояло всего лишь 6 часов. Да, еще вот этот, то есть, в общем-то, 5 еще живых, и только 2 у нас под вопросом. Значит, здесь мы имеем такой результат. Кстати, хочу обратить ваше внимание на частый миф, что корни идут на разделе вода-воздух. Также мне периодически пишут, что вы вообще укоренять не умеете, и воды должно быть не более сантиметра. А если сантиметр и 1 миллиметр? И что? Обратите внимание, где корни? На разделе? Вот. Вот был уровень воды. Видим, где корни? И внизу, и вверху. Вот здесь то же самое. Корни и внизу, и вверху. Они везде. Поэтому как-нибудь, может, в следующем сезоне соберем такие прикольные мифы про укоренение, поговорим. Ну и теперь смотрим в баночку, где вымачивались черенки 5 суток. Что у нас здесь? Ну, наверное, достанем все, что у нас с листиками. Кстати, вот сразу покажу. Может, мы кого-то еще найдем, но на самом деле у нас укоренился только один черенок. И что здесь интересно, приближаем. Обратите внимание, один корешок в воде, и вот здесь целая рядочек корешков, вот сейчас они проклюнутся, которые вообще были в воздухе. Бывает иногда так, что чуть ли не вот здесь вот под почкой, например, или где-то в серединке могут появляться корешки. Опять же, к вопросу о разделе вода-воздух.
где хотят корешки, там и появляются. Так, один, два. Ну, видите, по сравнению с теми, да, корешки такие совсем маленькие. И считаем, сколько живых. Вот это тоже у меня подвис. Можно было бы считать его как живого, но ладно, отложим. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь хороших живых черенков и два укорененных, итого девять. Там у нас было, ну, чуть-чуть больше. Хотя, видите, приблизительно процент живых черенков в каждой баночке, он получился одинаковым. И только процент укоренения получился разным. Подводим итоги и делаем выводы. Смотрите, там, где вот у нас 6 часов и 2 суток, в общем-то, результаты одинаковы. Даже в 2 суток получилось так, что процент живых черенков оказался большим. Но я еще буду сегодня это упоминать. Возможно, статистическая погрешность, да, потому что, ну, где-то попались, повторюсь, черенки не самое лучшее, да, поэтому, возможно, этот результат случайный. Но основная тенденция видна, что 6 часов, что 2 суток, вот те, которые 2 суток, они чуть-чуть отставали вначале, но потом догнали, и примерно результаты мы имеем одинаковые, что в одном случае, что в другом. Касательно вымочки, 5 суток, как видите, здесь очень сильная задержка в корнеобразовании. И эта тенденция, она, ну, реально заметна. Кто-то, допустим, говорит, что нельзя долго вымачивать, потому что идет вымывание питательных веществ. Лично я с этим в корне не согласна, потому что, смотрите, ну, мы укореняли в воде, то есть, по идее, но оно и дальше вымываются эти питательные вещества, пока стоит в воде. Но почему-то укоренение идет. Я думаю, что причины в другом, не могу точно назвать в чем. Но вот эти черенки, когда лежали в ванночке, они прям лежали совсем под водой. Возможно, дело в дыхании, чего-то им не хватало. Может быть, кто-то помнит, в школьном учебнике биологии был такой опыт с семенами, когда семена увлажняли одну партию, а вторую в баночке полностью заливали водой. И вот те, которые полностью заливали водой, они не прорастали. То есть здесь вопрос не в вымывании питательных веществ, а вопрос больше в дыхании. По крайней мере, такое мое предположение. Также вот прошу обратить внимание на результаты с вымочкой 5 суток. То есть смотрите, черенки живые, их достаточно много. Процент живых черенков во всех баночках, ну, опять же, плюс-минус одинаковый, да, но вот корней нету. И, ну, такое бывает при укоренении на воде. Вот если у вас такое случилось, опять же, не ищем причины в черенках, а думаем, может быть, мы слишком долго вымачивали. Такое может быть. Опять же, посмотрев вот это все, напрашивается вывод, так может тогда вообще не вымачивать. Ну, зачем, да, если, в принципе, все и так укореняется. Вот от такого совета я бы воздержалась. Почему? Потому что черенки черенкам рознь. В каком плане? Одно дело, мы вот черенки нарезали, пакетик упаковали, положили в погребок, да, у нас идеальные условия хранения. А другое дело, мы черенки покупаем, они к нам едут, там, бывает, что не одну сотню километров, и понимаем, что в это время они не в идеальных условиях. Да, мороз не так страшен, но где-то там может быть какие-то очень теплые условия, в любом случае перепады температур, то есть не самые лучшие условия хранения. И поэтому отменить такой прием, как вымочку, ну, повторюсь, я бы не советовала. И, честно говоря, пока что на основании вот этих данных мы будем придерживаться вымачивания вот порядка сутки-двое.
Вполне нормально, будет чуть-чуть задержка в распускании почек, да. Пожалуйста, корни пошли там вот буквально с разницей в день-два. То есть сдвиг не существенен, тем не менее, все-таки такой вымочкой мы подстраховываемся от того, что черенок мог излишне пересохнуть. То есть пока мы останавливаемся на этом. Что еще? Смотрите, в данном опыте мы укореняли в воде. Если бы мы эти же черенки укореняли в каких-то других средах, ну в тех же, например, влажных опилках или влажном кокосе, мы могли бы получить и несколько других результаты. То есть там вымочка может влиять по-другому, но в этом сезоне уже нет возможности проводить такие эксперименты. То есть все вот эти данные, что я вам сегодня показывала, они требуют уточнения. И в следующем сезоне будут силы, да, будет время, будут возможности, обязательно будем проверять еще, смотреть, как вот это влияет в разных средах, да, не только на воде, но и в каких-то других условиях, потому что там результаты могут быть несколько иные. Ну и попробуем на нескольких сортах. Это зилга. Зилга всегда укореняется долговато и туговато. И вот интересно посмотреть на нескольких разных сортах, опять же, вот, ну, чтобы получать достоверные данные, потому что даже вот при 15 черенках в каждой баночке это еще не совсем достоверный результат, хотя общая тенденция прослеживается. Вот эти черенки я пока не выбрасываю, то есть я их буду держать до последнего, посмотрим, когда они укоренятся и укоренятся ли вообще. Я думаю, что вот в видеоформате шортс уже полноценно делать не буду, а вот в видеоформате шортс покажу в итоге, что получилось. Итак, да, вот итоги подводим, но финальный такой итог нашего сегодняшнего разговора по тем данным, которые мы сегодня имеем. Вымачивать черенки желательно вот до 2 суток. Больше пока что не следует. И повторюсь еще раз, я воздерживаюсь от рекомендаций не вымачивать черенки вообще. Хотя бы пару часов все-таки желательно это сделать. Ну и переусердствовать не стоит, потому что идет явная задержка. Надеюсь, видео было вам полезно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!